Ночь первого Вальку — это кружок, а на крель третью Вальку — трусы. Короче, Джерри, будешь говорить там по команде Game Not Heal, на ману, там все такое. Просто скажи, кто станет что. Кто может Мэрки Фэрки, сможешь подиспелить? Раз, два, три, тут. О, отлично. Кто сможет подиспелить? Я смогу. А сейчас на мумбинку кидать? Нет, СС кинешь на гилда. На второй зачем фазе. Зачем нужно диспелить? Это просто жест. Ну, как начнется вторая фаза, кинешь на гилда, а графит я скажу, на кого кидать. На второй фазе стоим в звезде. Где-то там диспелит. Так. Юрий, ты сможешь подиспелить? Кто талант не вкачан? Это не важно, он без таланта. Не столько что. Ну тогда выстави этот скилл там исцеление болезни. Тала, готов, Ретрия. Ты знаешь, что тут делать? Ретрия, ты тут? Ты о чем? Что тут делать? Ну что делать, тактику знаешь? Что была уже в прошлый раз? Я не знаю, я просто вас всех не знаю. Редко захожу. Тогда ты станешь этот ромбик, вторая валька. А на крель ты третью вальку станешь. Это трусы. Все, давайте звезду повешу на Менелтера. Я буду черепом Мелизона. Бери месяц с меня. Нет. Давай. Так, рыба у всех есть, да? Потом готов? Да, запускай. А, сейчас ассистану. Я диспалю или нет, вы скажите сразу. Юрий сказал, ты диспаль. Юрий, только смотри, ты диспаль, то даже если человек не выбегает, ты диспаль. Первый раз уже. Давайте я подиспаль, чтобы наверняка. Ну просто что я говорю, там разные типочки, там козырь, то не диспелит, то не диспелит. Строй, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч. Смени лут и эту. И станьте звезду, пожалуйста, все. Зачем вы рассосались так по платформе, я не знаю что. Лишний метр. Зачем вы стоите у лича? Коврзян, он же тебя сейчас заебашит с пизды. Варзин, отойди от лича, не нервируй нас. Слышишь? Так ты в РДДС зоне стоишь, Куварзе. Уёба, народ. Бывает. Смотрите, сейчас ловушка будет. Ловушка Милики. Милики, ловушка, РДДС стоим. Прям чума. 3 секунды. Чума секунды. Мэрка фэрка. 3, 2, диспал. Смотрим ловушку. Ловушка. Танк, танк, ловушка. Милики по сторонам. РДД проходит. Смотрим звездочку. Сюрпризская ловушка, милики пробежали. Ловушки кастует, осторожно. Звезда, да, Юрий, чума. Диспел. Прям ловушка. Протопал, проводим. Протопал, ловушка, проходим. Проходим, ставлю звезду. РДД. Ловушка РДД, милики, стой. Звездочку. А, графит. Спел.
Милики, ловушка. На БТК, на танки, на танки. На танки? Не. Промайс, это не танк. У меня написало, что на мне. Промайс, это не танк. Направься на край, на гербе ловушка, милики в стороны, и Анакрель не туда! Анакрель, куда ты ведешь трэш? Кто улетел? Анакрель, ты что, на приколе? Ты можешь вести трэш в левую сторону от себя, а не в правую сторону от себя? Падает. Блин, я не знаю. Я очень сказал... плохо сейчас прям. Да, наверное, БДК виноват. Интересно, стойте. Там такая куча, я даже не увидел, куда упала ловушка, прям я не серьезно не видел. Ну если ты не видел, для чего квадрат в рейде? Я в квадрате стою, точнее, квадрат и не улетаю. Стоял в одной точке с БДК, на ком была ловушка. Падайте, жалеющий, чего вы там бегаете? Зачем ты там бегаешь? Фотон. Че? Как тянуть время? Повороте, нафига ты тянул время только что? Тучку там завязал. Тоже взорвал эту ловушку, интересно. Топал, ты не на Альянсе играешь, ты не играешь в кнутые пряники. У нас трэш ведут в левую сторону от ДК, а не в правую сторону к рейду. Это просто пиздец. Шаркаря ты ведешь просто в РДД зону. Ну нафига такое делать? Я накинул ГП, просто помещение выключено. Ага, я скринялка тоже. Она уже полгода как кидается. Да я тебе ничего не говорю, я тебе просто говорю, что ты ведешь шаркарей в РДД зону. Нафига такое делать? Если бы он убил. Ну чисто технически, как бы, если он лицом не поворачивает, то похер, куда он ведет, правый или левый. Там чума, не забывай. Ну если ты подбегаешь, трэш, то хуёво. Значит, давайте просто фулбаф и все. Блин, не знаю, держите лича как-нибудь поближе, блять, а то до него вообще хер достанешь. Так ты подойди вперед, что ты тащу гоняешь? Поближе подойдешь, там паладин, блять, с трэшем стоит. Да похуй, скажи, иди нахуй отсюда, паладин, блять. Шкаф поставь, графит поставь, шкаф. Графит шкаф поставь. Да, я ставлю его. Скажи, тебе бить надо, и все, иди отсюда. Ты в приоритете. Никакого-то паладин там с трэшем. Тихо убав кассиру. Надо дымки, наверное, раскидывать, да? Дайте интеллект, пожалуйста, просто интеллект попристал. Джерин. Еще бомбежа-то не было, ты че? Все готовы, да? Давай лапу, не знаю, это шаг. Встаньте в звездочку. Где есть лапа, если че? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордри. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ.
Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь... Это интересно, это по Толкину, это святой воин Джариан, а не что-то там написал Кощубы, хероту какую. Все, давайте, стали звезду. Послужит доказательством моей безграничной мощи. Вы это слышали? А, чё? Святой воин, это типа воин света, но там как святой воин правильно переводится, но можно и воин света, давайте погнали. Там сейчас ловушка будет. Ловушка милики. Достойно. Бля, чё мне пишешь, что навар? Навар. Чума. Ну ты не смотри в ДБМ, смотри на цель. Чума рядничек. Вот в том-то и дело, что на мне цель. И пишет на мне. На кварзине. Дали, перебежали звёздочку. Звёздочки, стойте, РДД. Пожалуйста. Милики, милики, милики. Стоит в ловушке, отбежали от печа. Сделай чума. Где спал? Милики. Милики, ловушка, разбежались. РДД проходим, звездочку. Чума, милики, влево-вправо. Чем чума? Ковырзина. Где спал? Да, ловушка, милики, стой. Звезда. Дайте протокол. 3% давайте уже протокол. Там на край сильно. РДД ловушка сейчас будет. Ловушка. Ловушка, милики, милики. И... Все, давайте уже на край, все идем на край. Давай, протопал, иди на край, все на край, графит чума. Все на край. Давай, сак. Пою гимн ХП. Ну вы, конечно, гоните. Да, давайте, да. Мунбинка, поднимай Куризину, Войд, поднимай Верзилу. И бьем так. Бей, охотники. Маны. Спою. Это как? Стой, пою гимн на маму, давай поставьте потом. Нет, ты смотри, минус 5, Джерион, ты смотришь? Я вот, вижу, надо в стену заходить. Ладно. Залупа какая-то. Кто вот виноват в этом? Так, ладно, я понял, не хватает хила и вашей реакции. И кто-то может зайти похилить? Четвертый хил. Ну чё, чего мы опять падаем? Да ДПСа дохуя. От луку нихуя. Мне кажется, мозгов нихуя. Ну, блядь. Блин, тут грязно, уже сколько раз у нас станчил? Что у нас это за проблемы с трэшем? У кого? Ну она крея, сейчас чума по рейду пошла. Так понимаю, ее диспелили, поэтому не захилили. Там большой трэш был в рейде вообще. А, может он упал? Нет, он не упал, он просто не сворачивает с трэшем. Ну, так он, кстати, ближе к концу платформы, он как-то в сторону РДД его косит. То есть он по порталу идет ровно. Чё, у нас две чумы на рейде было. Так что, у кого хил есть? Ну, просто понимаешь, обычно все... Между столбиками пробегают, которые стоят возле портала. А мы оббегали. И миликам надо было далеко бежать. Там один из миликов вообще от этого, от шаркаря умер. Ну, кстати, да, мне вот тоже интересно, как он умер. От удара. Ну, потому что большой был там, где РДД, мы все возле него пробегали. Ты шиб не был, где РДД, он слева стоял я, от рейда. Чё ты говоришь? Вот.
Там один вот. Милик упал, только я то, что стою, там прям вплотную вот. Под ним стоял. Мы когда перевели, большой был вот здесь, даже он ближе, он не на краю был, он вот здесь вот был, я прыгаю, БДК. Большой был, вот тут есть звезда, вот, а да. Тебе надо быть, короче, в этой стороне, а не там, он, бля, вот где тут, ты вот стоишь. Ближе мне нужно быть в этой стороне, в этой и мы стороне. Все... Мы все пробегали ребят, через него. Ребята, это я от Шаркаря упал, смотрите, да, там на самом деле там полностью мой был косяк. Объясняю, почему. Просто я все время на залах играю, и там по-другому немного не переводят. Короче, ты вот, то есть там все бегают на правую сторону. Да, сейчас я как бы, видишь, я не в рейде побежал. Давайте быстрее раз эти. То есть, в принципе, мой косяк могли полностью. Бы, не знаю, могли какая бы... Какая разница, кто откуда переводит? Чешки прожать. Смещаться? А на Криэль, когда проходишь портал, все, ты уже сворачиваешь влево. Ну, если вот ты как-то идешь и влево сворачиваешь. То есть там, где милики. Не так, что ты до края дошел, а потом куда-то сворачиваешь. Покажи, где ты был. Ты к концу платформы, вот, должен был быть на портале где-нибудь. Ты, короче, вот тут стоял, где звездочка. Сера, поднимите. Анакрель, почему здесь, тебе все здесь, говорят, что ты был не там? Здесь. Ты не был там. Да ладно, ладно, не спорьте, ребята, время теряем. Сейчас мы просто скажем ему, куда и все. Чего вы паритесь? Не, Анакрель, когда ты будешь проводить вот тут уже, короче, иди просто вот так вот. По косой. За порталом уже, когда проводишь за портал, все, ты уже должен свернут быть. Я не знаю, как, блядь, еще ему объяснить. Калачиком или в трубочку? Во время рейда. Время тая, объясни. Дайте каску по приставам, пожалуйста, чек. Третий, четвертый хил будет? Можешь зайти похилить. Тала дадут? Ой, это можно каску на Лока? Ну блин, ты мог спеть гимн на хп, а хилы отдать чешки, тогда бы они втроем не упали. Но я им все равно гп накинул. Все, все готовы, запускаю. Будем ближе к краю подходить, это вы не можете бежать нормально. Ну конечно, все в центре стояли, либо спергать этот бомб. Да, паладин, бабл, вар, чарш, в дружественного игрока никто не умирает. Прожимки отдать. Я вообще в центре был, ну ладно, я там незыблемый мост отдал. Заслуживаешь за то, что замучил и попал. Не забывай, что на ретрике девочка, ну это такое. Ты пройдешь через эти. Типа, блядь, Дима. Ну, типа. Все девчонки используют своего персонажа на 40%. Так что она может не знать, что есть такой скилл, как божественный. Как это? Божественная защита. Священный щит, проф-флешки и так дальше. Дима, я мог тебе назвать такую эршаманку, от которой ты потечешь. Любимая сучка, да? Все, начинаем бой. Кошка. Сейчас ловушка будет. Кемилики. Тьма 3 секунды. Почему? Антитария. Что за прикол? Застал. Апрель, ты вылетел? Нет, он танчит трэш, падает. Шаркар в минус зоне. Минус 2. Минус 2, что тупой воет? Разворачивай шаркаря на миликов. Дайте, чё вы дрочить? Протопал может забрать шаркаря, ну чё сделать? Хуя вы улетаете, блять, опять вас, сука, сумонить надо было. Они не понимают, им походу. Нет, блять, окажетесь. Походу чай отходит пить, когда улетают, блять. Под стол лежат, блять, ногу облизывают. Чью, блять? Свою, наверное. Бля, что-то надо прописать. Надо прописать реват. Реквайр.
Мутант уже так пошутил, блядь. Чат. Макрос скиньте. На русском, блядь. Такой як с гильдии ушел под старт. Все макросы удалил, блядь. Блядь, возьмите уже Трисию, холи палам, блядь, это хуйня. И вот это надо прописать, говорят, поможет. Ну, блин, короче, давайте тогда не будем тратить время. Зайду либо на протопала, либо на какого-нибудь хила. Там, холи прист, круто. Заходи на протопала. Кто-то хочет, блядь, сидеть 2 часа сейчас из-за какой-то хуйни, блядь. Заходи на протопала, на Криэль спекайся, холи пала. Запротопалю я. С басом загрузи мне эту хуйню, блядь, и все. Это хуй значит. А холи пал, у тебя есть кочуга? Нет, там ретрик против. Ладно, давай, один трай. Пацаны, на том, чтобы за протопала не забрать Шеркаля, это просто пиздец. Два таунта, тарелка, джага. Это пиздец. Ну, джага не так далеко бьет, тарелка не набирает столько агро. Не, ну типа там можно набрать таунт нормально, типа подбежать к тому шаркану. При том, типа, чему выносит только через 3 секунды. Это мастер-класс в четверг показывал за протопала. Шаркари не доживали до того, как я доходил до центра. Блядь, я видел, что ты сомневаешься, что у тебя там мастер-класс. Я да, да, показывал лучше, чем ты. Ноль срезок просто. Дайте какие-то баф. Ничего не прожимал протоваром. Шаркари умирал до переходки. Два шаркаря умирали до переходки. Два шаркаря умирало, да, все правильно. Нет, я не верю. Видос ПМ. Все равно не подписываешься, урод. Где не подписываешься, скажи тебе больше. Дайте фулбаф. Блять, посоветуйте аддон, чтобы квесты делать. Квест-хелпер самый лучший, да, для меча? Ну, смотри, короче, клавиша L, английская. Открываешь, читаешь, понимаешь. Не понимаешь, тебе хуево. Да нет, там есть некоторые вообще хуй поймешь. Блять, не знаю, я всегда качаюсь и читаю это описание квеста, блять, и все просто и примитивно. Не, да я, ну, могу сделать, и поэтому... Давайте, чек. Мараксу, что не хватает? Каску, пристабав, лав. Дайте каску. А ты где был, когда пристабав, лав? В перекрестке. Я-то точно. Такой класс. Чем ты улетел на ловушке, если упали только 2 милика, я сказал просто сдохнете. Может это... А, блядь. Я убежал второй, чтобы сдохнуть. Но там уже пролево. Короче, я понял. Это называется тупизм. Прости, но это так не называется. Встаньте, пожалуйста, звезду. То в ловушке улетать, когда вайпаемся, когда ты на платформе, чтобы потом в степях быть. Это классно. Мараксус, заводи машину, сейчас я подойду. Мы даруем тебе быстро. Нахуя. Джейн не ехал. Досрать. Ты пройдешь через эти мужчины. Напой мою коньяком. Нет, я сбил. Тихо, что-то сказал, ничего не понимает. Твои отчаяния. Говорю, не пьющий я. А, я тоже. Доказательство безграничной мощи. Джерен, ты слышал, каких пор? Да будет так! Герои в атаку! Давайте, 3, 2, 1, бой, бьем лича. Там скоро ловушка. Пушка, танк, милики разбежались. Смотрим, чума. Чума 3 секунды. Тогда стоим.
Джон, чума. Два, диспел. Трим ловушку. Милики, ловушка, РДД проходим. Милики, ловушка. РДД проходим в звезду. Куда он, блядь? Трим ловушка. Ловушка, РДД пробежали. Пробежали РДД. Кистоним. Кто тут? Плавишь, чума. Три, два, диспел. Смотрим ловушку. Мики ловушка. Мики ловушка. Настойте. Сейчас шаркарь будет. На накрель. Протопал. Все проходим, все проходим. Ты звездочку. Че, паралайз, чума. В ловушку, Олег, бежишь. Не спал. Да не, я все вижу. Милики, 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 проходимся. Личка стоит, разбежались. Отдай в звездочку. Давайте ближе к краю. Сейчас будет еще одна ловушка. Милики, ловушка. Все, все, перебегаем на платформу. Все, платформу бежим. Давайте на платформу. Речи, речи на платформу. Все, все на платформе. Давайте пою гимноману. Ставь тотем, Юрий. И залейте Юрий Думан. Охотник, бей сверки, и ШП тоже бейте сверки. Рассекающим по трэшу. Рассекающим по трэшу. Близко дух. Бейте все дух. Разбегитесь, очень сильно бьет. Соседись по рейнджу, пожалуйста, РДД. Надо просто ДК сделать, надо. Милики рядом с ним. Добили. Эти дух. Пойти, Эмбрайс, ты будешь в кружочек кастовать всегда пытку. Фотон, ты будешь пытку всегда кастовать в ромбик, а я в трусы. Добивайте духа. Давайте, сферу убейте, сферу убейте. Все, давайте, все в звезду. Звездочку ставим. Звездочку. Давайте, райд звездочку. В звезде. В звездочку. Смотрим, вали. Поехали, стан. Только две вали бьем. Осквернение. Шанан. В центре оставляй Шанану, блядь! Сука, шаман! Встали все в звезду. Можно оставлять за шамана в центре осквернение. В звезде. В звезде стою. Осквернение к трону несем. Он. Да-да. Давайте к трону несем. Давайте повалим и к трону, к трону, к трону, к трону, к трону, Юрит. Идите валь. Идите валь. Не скачите по лужах. Играйте в трусы все, играйте в трусы. А это какой валь? Там заиграйте. Зашли. Ну блять, ну. Вы чё, конченые ребята? Это кто сейчас разлил под вальками? Мне больше интересно, это каким надо быть тупым, чтобы в него зайти, сука. Что-то все побежали как раз просто, к трону, куда относили осквернение. Целое стадо туда заходит, блядь. Да-да. Просто вот в натуре, блядь, рейд на премию Дарвина. Да это Олег, наверное, зашел в конце. И как-то подозрительно, что РЛом на личе стал Джерин. Да, подозрительный пацан вообще. Я не знаю. Так, ладно, захожу на приста. Придется релить, давать ГП. Так ты уже и так давал. Мне заходить там на кого? Заходи на протопала, на крель, холипала, спекайся.
сейчас же лужу разлил кто-то. Главное, он говорит к трону, Джерри, он говорит, он хуярит вместе с Вальками. Вы видели этот момент вообще, нет? Ну, на ком лужа была? Похую. Юрий, ты на кого получаешь шипа? Кель, ты ничего не сделал, просто надо четвертый хил. Юрий, ты тут? На кого ты ЕП получаешь? Так я могу просто тогда на хила зайти, да и все. Чтобы ты оставался на этом, на ДК свою. Я просто на этого на хила зайду, да и все. Заходи на хила. Сейчас банят за то, что ты оффаешься на платформе, время боя заходишь. А такого все равно не получить. Нет, во время боя. Да здесь оффаешься. Я думаю, если запалят, то забанят. Нордру или хулиприст? А, блять, ладно, давай. Просто не по опять прокляну. Думал, у тебя майнхилл какой-то есть. Между другом летите хулиприз. А чё, блять, как раз таки дебилов разгонять. Кинул щиток нахуй, чтобы он выбежал, блять, как надо. Так тут ДЦ. Ты видел? Плюс они локом. Ну, я зашёл, брат. Давай. Ты бы кинул сейчас Юрий. Смоньте его. Вперед подвалик бы пронес еще дальше, блять. Милики, стойте в квадрате. Ретри тут? Тут. Кого еще нету на платформе? Принимай сумму. Давайте фулбаф по рейду, стоит рыба. Ты будешь говорить? Да, поговорю. Чек на пул. 30 минут на лече уже. Шедемор тут. Все, запускаю. А, это пристабав можно? Ну-то. Угу. Пока каску. Паладин. Ну, паладин, наверное, на Креле сдает каску. Ой, уж. Смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь. Три БРа без. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Блин, если сейчас забагается ДБМ. А я скажу. Каску дайте хотя бы. Анакрель, раздай каску попало. Кулак. Кассир, кулак. Попало. Все, бой начался. Внимательно смотрим за ловушкой. Ловушка. Милики, ловушка в квадрат отбегаем. Смотрим, чему 5 секунд. 2, 1, чума на фотон, выноси чуму. РДД, ловушка, перебежали. Сейчас еще будет ловушка. РДД, ловушка, чумы 5 секунд, смотрим. Сюрприз, чума. Диспейл. Диспейлим.
Ловушка сейчас, РДД ловушка, перебежали. Ну, 10%. Да, переход. Нет. Диспел протопало. Ловушка на РДД. РДД перебежали. Так, паралайз. Чума, диспел, блин. Диспел. Где диспел, блядь? Я за низ говорю. Падаем. Как падаем? Вот так, минус 2. Просто не повезло, походу. Ну, в смысле не повезло? Не знаю, я вообще завис. Ну, я тоже, у меня тоже зависло. Ну, как не зависло, лаги начались. У меня, короче, отвисло в тот момент, когда я уже от платформы удаляюсь и смотрю, как мой труп кастит эту стрелу тьмы. Сам охуел. Давайте быстренько рисуемся. Все, ну сейчас подвисло, у меня тоже на 2 секунды прям так хорошенько. Да ты, походу, ГМ пришел за нами смотреть. Кто-то слил инфу. Что мы собираемся ГМ нахуй послать, да? Ну да. Блин, так нормально и шли, и так испоганимся. Дальше будет хуже. Не будет, Али. Блин, меня кинуло за пределы трона, и я не могу выйти из тела. Дальше будет хуже. Ребят, а что, варам тут можно это, да? Можно рассекающим херачить? Не, бей. Хорошо, ладно. Бей лича на первой фазе. Хотя, ладно. А что, вместо кого? Блок ты. Да мы так дохуя ДПС, что в центре переводим. Ну, кстати, да, я тоже подумал об этом сейчас. Валька, наверное, сейчас... Вот, дитяра, молодец. Сука. Ну, это сумеете степей? Все, я накинул тебе ГП. Да ёбаный, вы можете стоять? Они не могут стоять, придется бить. Что же делать? Появились копии. Я в инвизии постою, наверное. Да, сейчас бой на нас повешается. Нет? Ну-ка. Гел, тебя смотри в попу, копьем тыкает. Сагрил валю два раза в охотник. Дайте ему ГП. Почему он вообще шевелится, когда на него идет игрок? О, он что, там? Может этим демоном? Ищи ему в ПМ. На него и демон нафиг. Я ему сказал, на Африка заходи. Поддержка 270. Чё там, умер? Блин, мой крель просто. Надо, наверное, подождать. Сейчас эта Валька вернется назад. Не бегите. Нет, не возвращается. Надо бежать. Да, времени мало. Примерно 10 секунд. Надо больше. Ускорение. Да, я сбежал из этого ада. Локи. Давайте платформы ставим в шкаф, сумоним людей. Тыкайте на сумму. Тыкайте на сумму. Стоят 6 человек, я сумму. Кто-то офнулся. Нет. Все нормально.
два человека. И логаются, да? Удаляет Чаров. Удаляет? Зачем? В яме заходи. Ладно, гляньте, чего у чувака забанили 6 аккаунтов, короче, там. Все, давайте фулбаф. Просто бонусы как-то багал, накручивал себе. И подарки сделал. И все, кому он подарил из гильдии, их тоже всех перебанили. Прикольно. Салутан что-то последнее время такую же хуйню загонял. Типа он там, блядь, дохуя всякой хуйни купил. Мне не нравится ник Салутан, блядь. Да, какой-то пидорский, блядь. Вообще не говори, блядь. Нравится, готов? Никнейм. Все, я запускаю. Каски нету. Каску. МК. Ну давайте паладины, бафы, тирейд, есть еще 40 секунд. Неужели прибыли наконец? Хваленые силы света. Интеллектом, что там еще надо забафать? МК стала. МК-то такое. Быстрее, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. И отчаянные крики и доказательства моей безграничной. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя. Ловушка, смотрим. РДД перебежали. Чума 2 секунды. Диспел. Смотрим ловушку. Милики, ловушка. Танк. Череп. Танк. Похоже, да? Бум. Наверное, в тот раз не я был виноват, да? Косил в яме, паралайз, куварзин, гел. Стабилизовано. Кроме... Странно, как я увидел. Ты просто пятился, наверное. Выпадай. Да, я тоже был далеко. Надо тактику новую придумывать. Опасно вообще, опасно. В глаза не ебаться. Да, Джерер. 3 секунды ловушка. Ну считай сервер на задержку. Секунда бомб. У людей слабый секунда. Все, за секунду ты успеешь. Плюс еще что-то летал. Ставьте плюсы, кто улетал. Там вроде вся мелизона улетела, кроме на ретрия. Кроме кота, еще тоже. А, да, еще кроме Славика. Я смотрю на БДК, я сразу убежал далеко. Бежать не надо далеко, надо просто вправо или влево отбежать, и все, зачем далеко бежать? Да хоть куда, хоть вправо, хоть влево, хоть назад беги, главное, чтобы ты не улетел. Кстати, назад тоже вариант, можно бегать, типа на БДК же пытается вперед. Потом просто отбежать. Восьмерку нахуярить, да? Мертвую петлю ебануть вокруг ловушки. О, спасибо. Ну, умирай, давай быстрее. Ладно, сейчас будем немного по-другому танчить лича боком к РДД зоне. Ну как боком? Лицом на нее или спиной? Лицом. Лицом к РДД зоне. Да, я так пробовал делать, мне почему-то говорили спиной поворачивать к РДД зоне. Да, у меня даже видео где-то есть.
Ну да ладно. Но если спиной, то шаркающий, получается, далеко будет появляться. Ну да. Ну, тогда Кощуга зайдет на протопала, если этот не справится, на крыле. Не, ну если лицом сейчас поворачивать Мелизону, то он точно, ой, в РДД он точно справится, да? Все нормально будет. Я тоже уверен в этом. Ну, можно просто спиной к РДД зоне повернуть босса. Тогда он будет шаркающий в РДД зоне появляться. Не, если спиной повернуть, то он не будет в РДД зоне, он будет вон близко. Будет спиной, короче, шаркающий. Ну, человек перед собой призывает, да? До 25 метров рейндж. Шаркаря призывает. Ага, вроде всем накинул уже ГП. Что-то день ГП какой-то. 7 человек с ГП уже есть. Так, ну ты... На что ретри ГП? Ретри, да, не как летала. Тащить? Алло. Ну ты же летала на ловушке. Да вот на одну ловушку не улетала. Помнитесь. Напомнитесь, пока не поздно. Напомнитесь, пока не поздно. Ретри, ты... Я еще диван на шамана кинула. Присылай. Ты вообще молодчик, все так держать, красава. Сир уходит. Видите, что пишет? Подпишись на мой канал. Да, надо ретрика искать. Будем смотреть вместе мои мультики и смеяться. Можем. Уже смеялся. Хотя урон получил ретри от ловушки. О! Ап, ну что ж ты портишь все? А я вообще не улетала никуда, абсолютно. Да я ничего не говорю. Просто странно, что ты урон получил от нее. Да блять, эту цирку, мне кажется, это вообще какая-то хуйня, блядь. Получил урон, ударил свою эту хрень. Все. Я ловушка работает. Никуда я вообще даже не ударилась. Я отошла в сторонку спокойно. Отстояла в сторонке. Что вы все ударились, это... Мне кажется, это, короче, ловушка, она подумала. Подождала такая, да, пока все улетят. Правильно, не дай им себя нагибать, эти такие, что сами раки на других гонят. А у нас улетали. А мне 100 ГП дали, молодцы. Тебе надо подписаться на мой канал. Копы ВПшек, есть полигра? Чего вы смеетесь? У меня, между прочим, Марина с Холипалом была моим. 2-300. Все. Так у тебя есть наинники Холипал? На ретри? Нет. Сделаешь? Кошмот нет. У меня Армс, я 3 карта. Все, хватит вазарить. Давайте бафайте Сангвини. Сангвини, так, подожди, кто у нас? Что он станил? Ретри, что ты станила? Ромбик. Хорошо. Сангвини, тогда кружок станешь. Если доживем до этого момента. Батон, ты готов? Дали. Кулаки бафаешь. Ух. Подожди секунду, не запускай у меня телефон. Сейчас 30 секунд. Это я звоню, там запиши цифры воин. Сразу же черный список плюс один. Ну что, готово? Да, твой кружок. Пись, 47 минут на мече.
Тритон, Ретри, Арагорн. Я с Ретри по телефону говорю, сейчас Тиму создадим. Арагорн пришел. Смотрите, пижон фуловый, только теленаса не хватает, капец. Что-то ты, Жора, как-то быстро. Я запускаю лича. Фотон тут. Так, Олег, зато, ну, посты подтверждали. Ну, тут остальные отходят. Все, сейчас будет лич по-другому танчиться. Спиной к РДД зоне. Милики наоборот мордой к РДД. Или ты предлагаешь спиной к РДД? Ну да, милики стоят здесь и бьют. Окей. Вот. Ну так чума будет, ну чуму просто легче выносить быстрее. Шаркар будет появляться в РДД зоне, может в момент появления его разворачивает танк. Держись, она греет. А там забрать несложно все равно в любом случае. Ну не знаю, не знаю. Угу, я тоже не знаю уже. Да будет. Я знаю, потом мувик посмотрим. В атаку! Я оставлю тебя. Блять, я помню, по три лича подряд с первого трая было. Ёбаные ловушки. Ёбаные лужи. Смотрите ловушку. Милики перебежали. Квадрат. Чума, 2 секунды. Квадрат, встали. В яме, чума, выноси. Ловушка, смотрим. Этот милики, ловушка в квадрат. Квадрат, встали. Блять, это вы не стоите в квадрате, стоите хер пойми где. Встаньте в квадрат. Чума 5 секунд. На танке. Перебежали в квадрат. Ну вот, попал. Падаем. Ретрия, привет, как дела? Привет, улетела. Мы же специально объяснили, что здесь делать сейчас. Зая, хорошо, что не залетела, да? Ха-ха-ха, блядь, у меня смешно. Собака улетела. Да ладно, это же шутка. Арагорн, ты что, ты совсем... Почему достичь в РДД зоне? Почему... Что для вас значит стоите в квадрате? Стоять в танке? Там вурдалак... Ой, этот шарк еще, наверное, Кливом, ну, убил. Ладно. Давайте еще пару трав, я ухожу. Придется, наверное, заэрлить. Пиздец, блять, одолжение ты сделал. А можете ГП начислять, не знаю, чтобы было видно в гильдии там что-то такого? Блин, у меня сейчас оповещение включено. Стоп, а че Лизни ТТМ накинул ГП, а не Арагорна? Мисклик, наверное. Да, мисклик. Надо на макрос назначить начисление. А у вас понижение по ГП нет, да? Смотри, есть. Девает, смотри, ничего себе. Дает ханта. Это вообще непонятно, кто был, так что мы немного потеряли. Это мутант. Это друг мутанта. Это, наверное, войдовские вливают. Не, это не мой, это не мой. Мои евреи все нормально дамажат. Серьезно? Кстати, вот смотри. Так. И на ловушку улетает, да? Сегодня убивают. Да, ну, блин.
Вот. Ну, бывает. Смотри, кстати. Зацените мой экран. Вот смотри, кстати, Слава, твой аркан маг. Ник Тала надамажил на 500 тысяч больше, чем танк. Так, наверное, его поменять надо, да? Нет. Проблема не в дамаге, проблема в том, что милики не могут убежать. Знаешь, проблема не в дамаге. Вот сейчас смотри, схватит Куравзина, Виами, Мараксуса и пизда этому рейду. Куварзин. Да, Куварзина, но я так и сказал. Куравзина, ты сказал. Да мне тогда похер, он так. Нет. А то скажешь, я не пойму. Я как-нибудь. Ну, я к логопеду прогуливал в детском саду. У меня его вообще не было, блять. Ставьте шкаф, Кощуга, ставь шкаф. Мне кажется, надо Вареньку в этот рейд пригласить, заставить его по ИРЛ, и все с первого края ляжет. Только Ваня. Сегодня пятница, улица развратница. Тала, наверное, отдохнуть хочет. Там просто 50 человек как-то сидит, типа два рейдят. Ждут первого рейда. Тыкайте на сумму. Сейчас и раски не будет. Да, я не знаю, я предлагаю Варенька взять, он заверел, он, ну, у него хорошее настроение, я слышал. Давайте бафы тирает. Ну ладно, давайте еще раз попробуем. Я последний раз, можно уходить? Что ты сказал? Говорю, не будете раз сегодня, можно сразу после целка идти куда? На БК. Ну да. Я схожу на РТ, а потом ухожу на БК. Чек на гол. У психа не получается раз убить, мы пойдем убивать или да. Он готов. Дубль номер 8. Шанан готов? Ладно. Павел. Это 9-й дубль, если что. А там же один трай не считается, 49. Выходит всегда. Ну, 49, правильно, и 8 уже потрачен. Нет, я имею в виду, когда мы на лище приходим, там попыток 49. 8 уже потрачено. И как раз. Ну, мы даруем тебе быструю смерть, Артас. 9-й дубль. Ладно, давай. Это на ловушке по 3. Иди по третью фазу. Я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Блять, мне ж надо. Что? Так, герои... Говорю, ты Хагмар. Хагмар? Аллахатбар. Выйти на бар. Встаньте в квадрат все. Ловушка ты, сейчас блядь, будет. Как ДПС нахуй, а не в личку мне пиши, долбоё, блядь. РДД, ловушка, заткнись. РДД, перебежали. Чума, смотрим, 3 секунды. Мана, Виами, выбегай. Ловушка, 1 секунда. Смотрим внимательно, ловушка сейчас будет. Ловушка, РДД зона, перебежали. Стоим всегда в квадрате. Ловушка 3 секунды. Ловушка на миликах. Квадрат. Квадрат. Чума 2 секунды. 1, 0, минелтер выноси. Сейчас ловушка, РДД ловушка. Еще одна ловушка через 3 секунды. Шарк еще далековато, смотри, протопал. РДД ловушка, 1 секунда чума, графит выноси.
ловушка 2 секунды, смотрим. Милики, ловушка в квадрат. Забили на ДПС лича просто в квадрат. Там уже 73. 73% после ловушки милики в РДД зону. Во-во, полегче. Не так быстро. Квадрат стали милики. 1%. Квадрат побежали милики, забили на лича. Войд, чума. Все, хватит дамажить. Анакриэль, зайди на платформу. Так, Сангвини, давай каплю на Анакриэля. Мырки-фырки, давай гимн на ману. Юрит, чума. Юрит, выйди, чума, диспель. Мырки-фырки, диспель. Эмбренс, диспел. Манелтер, чума. Вот, Анакриэль, скажи мне, что ты там, блядь, делал? Бегал. Войд, поднимаешь рейду морно. Ты видишь, что чума по рейду пошла из-за тебя? Вставай. Бафати мага. Фотон, давай гимн на ману. Эмбранс, чума. Выйди с чумой. Чума, диспел. Юрит, чума, диспел. Выбегайте с этой ебаной чумой 2 секунды, потом диспельте. Манелтер, чума. Мырки-фырки, манелтер. Эмбранс, чума. Неужели? Анакриэль, забери сейчас. Забирай духа, Анакриэль. Анакриэль, забери, пожалуйста. Встали в квадрат. В звезду. Звездочку становимся. В одну точку. Давайте, кружок играем и трусы. Хорош, поворачиваем. Падаем. Ну все, это пиздец, короче, замените меня, я болею сильно уже. Да нет, походу вообще не. Кошога, заходи на протопала. А что сейчас произошло? Протопал не умеет танчить. Ну ему ли правда плохо, или он лагает жутко? Как можно быть дауном таким, чтобы повернул духов 25 человек? Это просто пиздец. Что ты обзываешься сразу, ну, блядь? Потому что это даунизм. Это реально даунизм. Я же говорю, ну что ты такое? Ну вот даунизм — это серьезный диагноз. Не знаю, я полностью его поддерживаю, потому что это уже просто ебаный пиздец какой-то творится. Уже нервы хватает. Но даунизм поддерживать — это такое. Не, не даунизм, просто, надо, я думаю, вы поняли. Надо просто зайти давно было, Кощуги и Варенька вместо Талы, и вообще убить это всё. При чём здесь Тал, блядь, скажи? А он мне, кстати, во время боя такой пишет, типа, все, что ты говоришь, не имеет значения. Ну, короче, придрался к тому, что, типа, ФДК 4.9 дает больше, чем он. Сейчас мне, короче, начинает лечить, блядь. Бой идёт, заходи на протопала. Бою, блядь. А какие еще персилы на Криэле есть? На носок, что ли? Сейчас я анонсировал каждую ловушку, и я понял, что реально ебатьское издевательство. Столько... На слишком много ловушек кидается, блядь. Ловушка. Да ебало его рот, блядь. Я теперь понимаю миликов, которые улетают. Заебались, блядь. Если бы Раэл бы сразу поставил на себя метку, и все бы стояли в метке, никто бы не улетел. Да, конечно, он изначально так и сделал, только все милики улетели, блядь. Может, суманете, не? Ты чё, ну, бля? Олег, что? Надо сейчас немного скорректировать еще, вот когда вот мало процентов остается, как нам быть. Мало половин. Потому что мне в любом случае приходится бежать впереди вас, если на меня кинется. Это, у вас есть там джипс? То у меня инга на половине кончилась. Ретри, ты серьезно про метку сейчас? Нет, пошутила. Ну вот именно, потому что так стоит каждый трай. Наверное, ты Ты пропал. Да не пропал. Да, пропало такого ахуизма. Вообще веселый рейд, конечно.
Ну, не, ну веселые, я не спорю. Ну так если бы они улетали на ловушках и протопал, и чтоб танчил нормально, был бы не веселый. Был бы скучный, да, говнорил. Поднимите кто-то график. Там просто Тереноска лежит. Нет, там просто Аркус и Даггер. Даже если Аркус, тоже неплохо. То Даггер это да. Поставьте шкаф. Два Даггера это... Посумоним людей. Сейчас Гора и Арба. Аркус и Кинжал. Саня, ты смотрел Шахтёр или нет? В смысле, с кем? С Ромой. А, да, конечно, смотрел. Хорош. Второй тайм вообще просто. Барса это пиздец. Ну, я за Челси в этом противостоянии. А, ничего не говорю, просто... Там Виллиан, конечно, просто жесть, он бы мог наказать. Охуенно вообще, но две штанги. Да, там две штанги, пиздец. Графит с ума не сидит. Чек на пул. Чё бафать-то? Каски. Чё был удар в начале от 10 номера у Челси, я забыл как его зовут вообще. Азар. Да, вам к девятке так классно прилетел. Просто классно. Видно, на Кампно, мне кажется, Барса выиграет. Это да. Там надо было Челси забивать просто. Графит, были, готов? Каску полу, короче. Графит тут. Потом мы упадем в комнате от недохила. Придется менять хилов. Графит, ты пришел? Да. Я запускаю Лича. Давайте буду каждую секунду проговаривать для вас, уважаемые друзья. Вчера я ШП на третьем месте по хилу прибыли наконец. Там варенька. Два лить, там половина 102 хила было вчера. Да, 2 хила было. Вчера лили с какого трая? Первого? Не, где-то 11 тоже. Тоже типа первый. Нет, там где-то 11 траев было, что ты хочешь. Да мы больше часа вчера сидели тоже. Просто никто типа... не знает, когда хоккей будет, Олимпиада. Тоже такая же проблема была. Ловушки, завтра, ловушки, ловушки. Когда? 7 по Москве с утра. Блять, раньше... Из Германии? Лич с первого трая ложился. По 3 лича. Сейчас васабовский репорт еще одобрят и пизда будет, нахуй. Вообще не ляжет. Какой васабовский репорт? Там, чтобы Лич по 50к бил. Вот он по 20 бьет. Так, начался бой. Хилы за хилем заражение. Миленький становится в квадрат. Трэш выходит. Ловушка на Фотоне, РДД, перебежали. Чума 5 секунд. 4, 3, 2, 1, 0. Эмбренс, чума. Ловушка сейчас будет внимательно. Мунбинка, РДД, ловушка, перебежали. Милики, смещайтесь в квадрат. Ты. Ловушка 5 секунд. Внимательно. 3, 2, 1, 0. Шедуморн, РДД, ловушка. Чума 3 секунды. Готовимся выносить милики в квадрат. Квазар, чума. Ловушка 3 секунды. 1 секунда. Ловушка милики. Встали в квадрат, милики. Дамажим босса. Так,
Смотрим, на ком ловушка. Мелики ловушка. Квадрат. Чума 3 секунды. Второй шаркающий. Сангвини, чума. Веди босса в РДД зону. Мелики встали в квадрат. Вот сюда вот. На ком ловушка, не вижу. О, нормально. В квадрат встали. Повезло. Встали в квадрат. РДД встали в квадрат. Ловушка 3 секунды. Внимательно. Крик на ХПД. Перебежали все на край. Чума 0 секунд. Давай сакру. Гимна отхил. Гимна отхил. Отлично, все живы. Осталось только убить две фазы. Так. МНЛ. Давай гимна ману. Гимн надежды называется. Юрит, ставь тотем перелива. Давал? Он давал. Эмбренс, давай ты теперь, давай. Да. Ничего не понял, что ты сказал. Ну ладно. Он уже его дал. Отлично. Он его дал. Продолжаем бить. Так, я меняю метку с квадрата на звезду. Не теряйтесь, главное. Теперь становимся в звезду. Все на второй фазе. Пух. Последний Луки дух. Тоже? Нет, Луки не надо. Последний дух. Переходка через 9 секунд. Надо как можно больше урона нанести по этому духу. Так что давайте. 3 секунды до переходки. Внимательно. Жались к платформе. Переходка началась. Забежали. Милики, добивайте гневного духа. РДД, шарик. Все, в остальной рейд становимся звездочку. В одну точку, в звезду. Станы распределил, так что давайте. Ты мне не сказал, кого станет. Трусы. Трусы, ты станешь трусы. Так, всех схватило. Ух ты, два ретрика схватило. Рога, стань кружок. Все вальки играем. Осквернение 5 секунд. Милики, внимательно. Эмбренс, выходи. В ромбик играйте, через ромбик. Я уже, у меня КД уже лужа. Добили трусы. Отлично, трусы добили. Давайте рост, играем в лича. Сейчас становимся в звезду. Осквернение выносим в сторону портала. Паладина, вы станьте, как станили раньше, у вас КД нет. Давайте рост. Юрит, ты заснул. Юрит, проснись, рост, проснись. Отлично. Бейте лича. Сейчас первая валька пойдет, выбегаем все с центра. Вышли. По луке. Отлично, все вальки сыграли. Сейчас даю лужу. Через кружок играем, через кружок. Станьте, 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 кружок. Ромбик станьте. Ромбик 200к добить. Караул. Отлично, играйте в лича. В центр не вести лича. Будет осквернение 5 секунд. С центра все вышли. РДД, выйти из центра. Пижон, выйди с этого ебаного центра. Возле лича осквернение. Становимся под лича. Сейчас будут вальки. Становимся в звезду. Убиваем всех. Так, кружок убиваем и трусы. Играем все в вальки. Осквернение 8 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Трусы добейте. 0. Осквернение на мырки-фырки. Выйди с центра. Молодец. Давайте заново становимся. ГП нахуй этому локу. Становимся в звездочку. Будут вальки. Станы откадешились или нет? Нет, 30 секунд. Так, 4 секунды, 3. 142%. Давайте, играйте вальки. Осквернение 2 секунды, вышли. Осквернение 1 секунда. Квазар, отлично. Играем через кружок. Дамаги есть, вальки замедлены. Рога, стань трусы. Застанет трусы, Рога. Пока трусы, играйте в кружок. Кружок спасли. Давайте ромбик спасли. Отлично. Переводим лича. Так, все на край. Фотон.
споешь сейчас гимн Аману. Потом гимн Аману. Ставь тотем прилива. Пижон Иннер Юриду. Молодец. Крик на хп. Ставлю метку на духа, которого нужно бить. Вот это кружок, его нужно бить, это так значит, да? Следующий дух выходит, ставлю на него метку. Вот, бьем кружок. Так, следующий дух выходит. Следующего духа бьем. Поставлю сейчас на него кружок. Вот. Это последний дух, которого нужно бить. Следующего духа не бьем. Поставлю сейчас на него другую метку. Переходка через 2 секунды. Пускай будет квадрат. Только кружок бьем. Абдот или лича, абдот или духов. Бейте кружок. Пижон, оставляй звездопад на комнату. Кресты и сушением по духам. Давайте звездочку. У кого Shadow Resist? Плюсик поставьте. Отлично, будешь давать мастер аур по команде. Ты сам будешь говорить, когда старфол юзать? С пула надо юзать, когда в комнате появляешься. Когда больше всего духов. Ну да юзай сейчас. Давайте, побежали в звезду. Сейчас... Сколько там? 15 секунд, пробежали дальше. Здесь захиливаем. Бежали дальше. Сейчас будет выход с комнаты. Выход с комнаты, осквернение, и духи пойдут по рейду. Поэтому бьем только кружок. Лич и духов в одной точечке. Так, я не вижу духов. Вы видите духов? Квадрат. Надо не только. У меня, короче, не отображается. Он не видит. Да, не вижу. Так. Верак, веди духа в трону. Осквернение 5 секунд. Хант, уйди из-под духов. Крис, не бей сушением по духам, когда мы не в комнате. Я кину ГП тебе за это. Взрывай духов, Кощуга. Все, добили духа, да? У меня он не отображается просто. Так, давайте звездочку, пижон, отдавай сейчас звездопад. Сейчас дам, да. Давайте, звезду нашли, пошли к звезде. Давай, мастер аур. Так, пошли дальше, вот. Убирай Shadow Resist и Рейтри оставь Shadow Resist. Будешь давать мастер аур по команде, если понадобится. Фух, ладно, идем дальше, не опасно. Пять секунд до выхода, мы выйдем, и духи пойдут на рейд. Поэтому мы находим звезду и бежим за ней, к порталу. Видите, где звезда? К порталу, быстрей. Порталу. Сукин сын, да давай. Да не бегайте вы! Ой, долбоёбы. Кто это был? Кто это? Это человек 5 было. Они там просто прыгали. Так. Сквернение на потом. Ты есть... фотос, что ты несешь? Есть видос. Ну есть видос. Давай, смотрю. Я накину всем ГП, блять. Хочешь, чтобы я скинул видос? Давай. Ага.